Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiet. Сегодня расскажу про дорожные работы, дорожно-ремонтные работы. Совсем неожиданно на нашей улице начались работы по восстановлению асфальта, и Эдик вот договорился с рабочими и решил заодно восстановить участок асфальта перед нашим домом. Вот так дорожка была мощена еще 100 лет назад. Был уложен вот такой вот качественный кирпич. Когда его снимали, практически ни один камушек не разбил. Представляете, какой качественный был кирпич? Потом пришли бодрые мексиканы, которые вот это все сняли. Насыпали вот эту отсыпку, вот эту вот подушку сделали. И опалубку. А потом стали заливать асфальт. Вернее, не асфальт, а бетонно-цементную смесь. Выравнивать, то есть вот такое идеальное. И вот этими кусочками они все проложат. Все это будет вообще идеально ровно, с небольшими швами. Эта технология используется повсеместно в США. То есть таким образом отливают и дороги, и вот эти вот пешеходно-прогулочные дорожки. Один из, вот сделав такое вот покрытие, оно может простоять лет 10-15 как минимум, без трещин, без всего. Ну, а вот этот кирпич, он как там в виде бонуса. То есть он настолько качественный. Вообще в Америке кирпич достаточно дорогой, вот. Поэтому мы его аккуратненько перенесем. Может быть, сзади дома сделаем мангальчик. Ну и будет вот такой вот здесь заездик у нас. А цемент сам подвозится вот на таких вот бетономешалках. Она вот немножко сзади там у нас стоит. Там у вас все кипит работа по благоустройству. Надо сказать, в Америке очень умеют считать деньги, поэтому если здесь занимаются асфальтом, восстановлением дорог, это делается не на один год, чтобы на следующий день опять, значит, следующий год опять приехать деньги списывать. Это делается здесь конкретно. Более того, значит, эта вот компания, которая здесь занимается работами, она вообще сама из другого штата, из Тексаса, и использует мексиканских рабочих, чтобы удешевить, потому что местная компания, которая находится в Омахе, конечно, предложила ценник больше. Это вот Эдик узнал, когда разговаривал с их менеджером и договаривался вот по поводу наших восстановительных работ. Оставайтесь с нами на канале и следите за развитием сюжета.